Николай Шадрин. Отрывок из романа «Миг удачи». День выдался ясный, теплый. Тополя шумели зачерствевшей листвой. По небу, от горизонта до горизонта, бесконечные караваны птиц. Говорят, по утрам под высоковольтной находили разбившихся уток. По полям и перелескам призрачно трепетали, вспыхивали солнечные нити, будто растянули магнитофонную ленту. В прежние годы ученики на картошку рвались. Перемена обстановки, что-то вроде каникул в начале учебного года. Теперь энтузиазмом не горел никто. Редреев отгребал землю, ловил пальцами неподатливые клубни. С глухим грохотком упала в ведро одна, другая. Рыл ямку за ямкой, переходил от плети к плети, кидал в ведро синеглазку. Березняк на косогоре пританцовывал, трепетал золотой листвой. Но были и совсем зеленые, и так хотелось верить тем легкомысленным деревцам. Лето вернется и еще будет радовать туманными рассветами, жаркими деньками, купанием в реке. И уже нравилось выбирать клубни, бросать в звонкое ведро. И даже мелькнула мысль о счастье жить вот таким колхозом на берегу таежной речки. Наверное, так и создавались первые коммуны с пением у яркого костра. По лунной поверхности перекопанного поля, плавно перетекая, желеобразно вспухая и опадая, катился полиэтиленовый мешочек. И казалось, старушечий трясется, хохочет над утопической фантазией.